Надо ему указательный палец отнимать. Без указательного пальца в солдата не берут, потому как стрелять нечем. Предлагаю циркулярку, но если на дому, то и кусачками можно. Как же я без указательного пальца, дядь Вить, жениться-то буду? А что ты с женой указательным пальцем делать будешь? Ну, я точно не знаю. Я человек еще молодой. Но раз ты такой молодой, то тогда тебе надо по-маленькому в штаны ходить. Иначе говоря, ссаться. По-научному инурез. С инурезом тоже не берут. Я ссаться не хочу, я брезгую. И потом, как же я по-маленькому буду, если меня бабушка в одно и то же время приучила? Ровно в 4 утра. Бабушка у нас доярка была. У нее в 5 дойка начиналась. Брала, значит, меня малыша и на очко. 4 утра. Отличное время. Делу время, потихий час. Будешь ссаться на людях. Или палец отнимать. Будь мужчиной, сынок. Как твой пропавший без вести отец.